привет любителям физических экспериментов. С вами Андрей Щетников. И вот этот опыт с двумя вилками и спичкой вы наверняка видели и даже умеете объяснять. Все дело в том, что центр тяжести такой системы находится ровно под спичной головкой, и поэтому система пребывает в состоянии устойчивого равновесия. Но давайте посмотрим на силы, действующие на спичку. Это вес вилок и реакция опоры. Эти силы равны по величине, противонаправлены, но они не лежат на одной прямой. И казалось, поэтому они должны бы опрокидывать спичку. Но этого не происходит. А дело в том, что со стороны вилок на спичку действует не одна, а две силы. Их разность равна весу вилок. И эти силы имеют разные плечи, так что моменты этих сил уравновешивают друг друга относительно точки опоры. Спасибо за внимание.